Всем привет, с вами Грегор Эджот, и добро пожаловать на мой новый ролик. В общем, это будет небольшая колоночка новостей, в общем, что у меня сегодня происходит на канале, и в принципе, что происходит со всем остальным. Ладно, приступим. Первая новость, это касаемо моего сервера в Discord. Все знают, все некоторые люди, подписчики и зрители знают, то, что у меня в описании две ссылки на два сервера в Discord. Первый сервер — это мой сервер официальный. Да, вот это вот все. И а вот вторая ссылка на второй сервер — это сервер моих друзей, тоже Мактака, вот, кстати, вот он, в котором я, можно сказать, провожу большую часть времени провождения в Дискорде. В том числе есть моя отдельная категория, где указаны персонажи вселенной, локации и так далее. Все, что, можно сказать, нужно знать моим подписчикам и зрителям о моей вселенной в Эйсатурне. Ну да ладно. В общем, сегодня так уж вышло, что я решил впихнуть свой сервер в вот этот специальный список от сервера межселения называется, точнее, присоединить свой сервер к данной сети, дабы придать, точнее, дать актив на моем сервере, поскольку сейчас, можно сказать, как такового пусто нету. Но есть одно но, это деталь. То есть для этого нужно передать право на сервер Мактаку. Вот для этого нужно зайти, зайти в мобильной версии Дискорда нажать на кнопку типа передать на права на сервер. Так вот, ребят, я хочу от вас услышать ваше мнение по этому поводу и, можно сказать, нужно ли это делать вообще, в конце концов. То есть для этого, в общем, я решил сделать это видео в целях того, чтобы услышать ваше мнение по поводу того, что мой сервер станет частью сети межселения. То есть он становится как бы филиалом сервера, но при этом я все равно продолжу, можно сказать, управлять своим сервером. То есть теперь это уже будет филиал. То есть все как раньше, только теперь мой сервер станет уже филиалом. В общем, пишите в комментариях по этому поводу, что вы думаете по поводу этого. Ну, разумеется, ссылки на два сервера оставлю в описании под видео. Ну и вторая новость, мы плавно переходим к нему. Это в том, что я по поводу зарядного устройства для ноутбука. В общем, я, возможно, приобрету его, но как минимум либо в пятницу, либо завтра в пятницу, либо уже в понедельник, уже когда будут деньги. Сейчас у меня просто, ну, максимум их нету, а если есть, то максимум типа пожрать, все. В общем, будут деньги, и тогда, можно сказать, будет и зарядник для ноутбука. Почему именно я решил затронуть тему, связанную с зарядником? Потому что карта айсатовская находится у меня в ноутбуке. А доступ я, можно сказать, потерял из-за того, что, ну, зарядник сломался и ноутбук заряжать нечем. Вот. В общем, вот такие вот неприятности. И да, я также на стационарном ПК, кстати, я сейчас сижу, сделал отдельную карту, которая называется Месатославль. И там я решил сделать пару домов, то есть для того, чтобы потом их перенести в Айсатовск. Вот. Так. Ну что ж, на этом у меня, в принципе, все. Понравился вам ролик или нет, решать вам. С вами был Грегор Эджвард. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, залетайте ко мне на мой сервер Discord, а также на сервер моих друзей, ссылка в описании. Также залетайте ко мне в ВК, в Telegram, а также на Яндекс.Цен и YouTube. Ссылки на все про все в описании под видео. Ну что ж, спасибо всем за внимание и до новых встреч.